Республика может получить помощь федерального центра, но при определенных условиях. Для этого требуется внести изменения в бюджет текущего года, а если точнее, оптимизировать его. Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение депутатам от правительства. Документ предстоит принять на внеочередной сессии Верховного Совета, которую проведут на следующей неделе. Опираться на реальные цифры – главное, на чем настаивает Минфин России. Утверждая главный финансовый документ, власти республики пишут в нем завышенные показатели. В зависимости от этого планируют и траты. Но по итогу получается совсем не то, что на бумаге. К примеру, налог на прибыль организации на этот год ожидался 20 миллиардов, но за первое полугодие поступило лишь 4. А значит, с большой долей вероятности достигнуть установленного порога не получится. В прошлом году была похожая ситуация. Налог на прибыль рухнул на 10 миллиардов. Сейчас предлагается уменьшить сумму с 20 до 15 миллиардов рублей. Речь, напомним, идет лишь о налоге на прибыль организаций. Какими еще статьями бюджета намерено пожертвовать правительство Хакасии, станет ясно уже 4 октября на президиуме Верховного Совета. Все комитеты сейчас в авральном режиме изучают документ, чтобы по возможности внести коррективы и представить на сессии 9 числа рабочий законопроект. Кстати, это крайний срок. Федеральный центр ждет измененный документ к 10 октября. Хотя письма из Москвы о необходимости пересмотреть доходы и расходы власти Хакасии получили еще летом. Напомним, утвердить бюджет, который будет опираться на реальные цифры, нужно для получения финансовой помощи – порядка 3 миллиардов рублей. Чтобы было чем платить зарплаты, пособия и исполнять другие социальные гарантии.